всем, меня зовут Олег Антоненко, и сегодня я буду для вас есть. Почему я буду для вас есть, спросите вы. На самом деле я подумал, что это будет классно соединить мои две любимые вещи. Это то же самое, что я соединяю пение и как раз таки съемку видео, то есть делаю каверы. А здесь я буду есть и снимать на видео. Почему я буду снимать на видео? Потому что моя однокурсница привезла мне из Армении немного их деликатесов. Я не знаю, как это назвать, может, это и не деликатесы, но для меня это что-то необычное должно быть, по идее. Вот, и я сейчас буду пробовать и рассказывать вам свои ощущения. Не знаю, кому-то это вообще нравится смотреть. Может, у нас менталитет другой, поэтому никто это не будет смотреть. Какая разница? Давайте начнем. Если мне нравится смотреть, как другие что-то едят, то, может быть, и вам понравится, как я ем. Отвратительно. Это звучит ужасно. Я не знаю, что лучше попробовать первым. Здесь у меня в пакетиках лежат сладости какие-то. Наверное, десерт оставлю на потом. Начну с солененького. В Армении очень хорошо закручивают банки, видимо. О, мне сказали, что первое, что мне попадется, это будет грецкий орех. Вот такой черный, не знаю, что это. Не знаю, либо баклажан, либо грецкий орех. Это грецкий орех, наверное. Я не знаю, что это. Я не знаю, что это, но это очень вкусно. Это как будто сладкое, что-то такой десерт. Офигенно. В принципе, похоже на инжир. Я сейчас позвонил девочке, оказывается, это грецкий орех, я попробовал. На вкус это было как инжир. Что-то примерно такое очень сладкое и вкусное. Причем не сильно сладкое, такое что-то среднее. На орехи вообще не похоже. Очень вкусно. Серьезно. А теперь попробую баклажан. Вот так он выглядит, тоже такой черненький весь. Видите, такой сочный, пропитанный соком. На баклажан вообще не похожим. Я как будто ем сухофрукты. В общем, да, я оценил это потрясающе. Грецкие орехи и баклажаны чем-то между собой похожи даже были. Не знаю почему. Хотя, в принципе, грецкие орехи, они такие более хрустящие были. Но это, наверное, естественно, потому что это орехи. Так что всем советую, если в Армению поедете у какой-нибудь бабули, обязательно возьмите баночку. Теперь перейдем к колбаскам. Как мне сказала девочка, эта колбаска покрыта сиропом абрикосовым, а внутри этой колбаски грецкие орехи. Я не знаю, выглядит довольно-таки неплохо. Сейчас попробуем. Это не сладко. Но имеется в виду не так сладко, как то было. Это напоминает мне... это, наверное, курага.